В Иркутской области произошла крупная авария с участием трактора и автомобиля «Нива». По данным правоохранительных органов, ДТП случилось по причине выезда трактора на встречную полосу движения. Водитель трактора пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как показало медицинское свидетельствование, в крови тракториста находился высокий процент алкоголя. В результате столкновения погибли трое человек. Двое из них – это известные в Иркутске баскетболисты Вячеслав Бажайнов и Руслан Прокопьев.